Всем привет! Это анонс 9-й финальной серии шоу «Холостячка». Ждали начала шоу дольше, чем оно длилось. И вот финал. В финальной серии будет все по два. Два знакомства с папой, два свидания, два кольца, два финалиста. Лешу пригласят посидеть дома, где папа Ксюши устроит для Алексея допрос. Над некоторыми вопросами Леше придется подумать. Саша с Ксюшиным папой будут рыбачить. А так как их цель не рыба, то будут пить спиртное. Ксюша расстроится, обидится не только на Сашу, но и на своего отца. Но обида будет недолгой. Свидание с Алексеем будет экстремальным. Он покажет Ксюше свою брутальность. Пара погоняет на гоночной машине. А вечером проведут время на мягком диване. Будут целоваться. А вот Саша предложит Ксюше полетать под куполом цирка. А затем будет романтик, где Саша долго будет стесняться, но потом осмелеет и будет море нежности и любви. Сложный у Ксюши будет выбор. Выбор между мужчиной мечты и мужчиной, рядом с которой бабочка в животе. А на этом все. Подписывайтесь. До скорого.